Совсем скоро здесь вырастет детский комплекс. В самом центре города такая площадка нужна как воздух. Кстати, тут он будет чистым. Застройщики специально выбрали самую зеленую зону и при этом обещали сохранить все деревья. В ходе строительства у нас будут выполнены все нормы. Дренирование здесь будет очень сухо. Мы сначала в данный момент завезем щебень, который пропускает влагу. Все дренажная система здесь уже есть заранее. Мы используем ее так. И в конечном итоге будет покрытие вот у нас. Очень мягкое, очень удобно. Она будет, ну, мы образец взяли чисто коричневый, а так вот зеленый будет соответствовать по покрытию травяному. Площадка спроектирована таким образом, чтобы на ней было комфортно всем посетителям. Предусмотрены три активные игровые зоны. Для малышей установят качели, а для детей постарше возведут целый комплекс с горками, лабиринтами и веревочным парком. Более активная игровая зона и самая активная игровая зона там, где мы сейчас находимся, это игровые комплексы с подвесными всевозможными веревочными элементами, где детки могут и подтягиваться, и развиваться, лазать, играть, прыгать. Место для строительства этой площадки выбрали не случайно. Большое скопление у нас детворы, прежде всего младшего возраста, на площади флага. Слава богу, это место становится, как и улица Новогинская, вот таким хорошим местом притяжения горожан. Многие из них гуляют с детьми и, соответственно, были обращения в адрес администрации города. Новую детскую площадку обещают построить в течение месяца. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.